Вітаю в ефірі телеканалу «Відкритий». Працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. В Україні запровадять електронні трудові книжки. Що зміниться? Сьогодні будемо розбиратися разом з нашим спікером. Я рада вітати в прес-центрі «Відкритого» адвокатеса, журналістка, керівниця Дніпровського об'єднання «Адвокат» Світлана Торопчина-Галакова. Я вас вітаю в нашому я прес-центрі. Я вас вітаю теж. Пані Світлано, в Україні прийняли закон про впровадження електронних трудових книжок. Що це означає? Думаю, что сначала нужно успокоить некие волнения, которые у нас там есть в обществе, по поводу того, что теперь все электронное, что делать с трудовыми книжками напечатанными, и как бы дальше, а если я не умею вести какой-то электронный кабинет и так далее. Поэтому хочу сказать, что не стоит волноваться. Почему? Потому что в связи с тем, что 13 миллионов насчитывает сейчас единый реестр общеобязательного государственного социального страхования работников, поэтому закон предусматривает, что вот этот переход будет в течение 5 лет, поэтому можно не волноваться по этому поводу. И многих волнует вопрос. Вот я хочу книжечку напечатанную, а вы мне говорите про электронный реестр трудовых книжечек. Могу ли я пользоваться печатной книжечкой? Вот, хочу сказать, что ответ позитивный, поэтому меня это радует. Вот, потому что, конечно, не все люди могут пользоваться электронными кабинетами, есть возрастные люди. Вот, поэтому будет сохраняться вот эти 5 лет и электронный вариант, и печатный вариант трудовой книжки. И хочу сказать, что не сегодня вступает в силу закон, а в течение 3 месяца с момента его публикования. Вот он будет опубликован, к нему будут готовиться. И как только человек приходит на работу, если все будет хорошо, и единый реестр этот заработает, и веб-порталы Пенсионного фонда заработают, вот, то через 3 месяца после опубликования, если вы приходите куда-то на работу, вам обязаны выдать электронную трудовую книжку. И, кстати, надо напомнить, что если человек впервые трудоустраивается, то он может попросить работодателя напомнить ему, что ему нужна трудовая книжка, и она будет в электронном варианте. Але можна обирати от протягом 5 років, так, можна обирати, років, звичайно. Коли ці 5 років минуть, так. А людина не буде права вибору вже? Чи воно все ж таки залишатиметься і вона? Ні, от із текста закону, як я розумію, поки от така редакція ми бачимо, не буде вже через 5 років, не має права вибирати. Но ці 5 років, вони у нього є. І хочу сказати, що як-то я относительно недавно общалась там з мудрим священником, такого высокого уровня, мы говорили про книги, и вот он говорит, я вот смотрите, какую библиотеку собираю, и сейчас люди говорят, все в интернете, зачем эти книги хранить, они столько места занимают, вот, а он говорит, а вдруг кто-то нажмет кто-то кнопочку, и интернета не будет. А у меня, смотрите, сколько книг. И поэтому я вот помню эту мысль и делюсь с вами, может быть, кому-то она будет полезна. Я бы сохраняла и печатный вариант трудовой книжки, и, конечно, вела электронный, потому что мы современные люди, мы в 21 веке. Друзья, не нужно бояться никаких электронных кабинетов. Это же так классно, здорово что-то освоить. Вот у меня мама за 80 освоила сейчас смартфон. И здорово, хотя она тоже не представляла, как это может быть. И в 80 возможно, и в 90 возможно это освоить. Здорово, когда мы что-то учим, что-то память как-то тренируем, чему-то новому учимся, поэтому не стоит этого бояться. Просто сесть и сказать, я это освою. Освою свой персональный кабинет в Пенсионном фонде, потому что это выгодно, потому что там будут заноситься сведения важные. Персональный кабинет будет работать автоматически, хочешь ты того или нет. Вот. Сейчас по новому этому закону уже пенсия будет назначаться не по заявлению, что, например, меня очень радует по этому закону. То есть не надо ходить, обивать пороги. Вот исполнилось там, например, 60 лет, и человек ходит и начинает собирать эти бумаги там, или до этого времени, до исполнения 60 лет или после, собирают все справки. В данной ситуации по этому закону автоматически, без обращения человека, будет назначаться пенсия. Если человек даже не обращается, если человек, это не означает, что его автоматически отправят на пенсию. Сохраняется право отсрочки выхода на пенсию. И если человек, например, работает еще,
и у него уже наступило право на пенсию, то у него пенсия увеличивается на 0,5, на 0,75%. Вот поэтому... новому законопроекту, по этому новому закону. Поэтому даже если мы не умеем заходить, надо научиться заходить в свой этот электронный кабинет, смотреть, какие там данные, потому что и можно будет общаться в электронной форме с пенсионным фондом, не ходить там, не стоять в очередях, а общаться. Конечно, я за то, что таки сохранялись печатные справки, пусть они будут. Потому что согласно этому закону, у вас будет электронная книжка вот на сегодняшний день, да, истечения 3 месяца с момента вступления в силу этого закона. Но работодатель обязан по вашему требованию внести ведомости, все сведения в вашу трудовую печатную книжку. Если у вас будут, например, какие-то награждения, поощрения, то вы можете попросить, и он обязан это внести в ваш печатный вариант книжки. То есть, если будет вот тот самый вариант, если что-то вдруг исчезнет, что-то пойдет не так в электронном варианте, то у вас будет всегда печатный. Поэтому сохраняем, на мой взгляд, это очень разумно. И тот вариант сохраняем. Так, з приводу нарахування автоматичної пенсії, пропоную там трішечки ще більш детально з вами це обговорити, але трішки пізніше. Якщо детально, що передбачається законом, які от конкретні зміни будуть? Закон вообще-то ничего не предусматривает, кроме изменения в ГЗОТ и ряда других нормативных актов. Поэтому этим законом просто внесены изменения в кодекс законов о труде, в котором написано, как человек принимается на работу, что ему выдается. Если он увольняется, то ему под роспись отдается книжка под подпись. Внесение всех сведений в трудовую книжку вносится с обязательным электронной подписью работодателя, вопросы по пенсиям, конечно, которые волнуют, потому что для чего обычно нужна трудовая книжка? Для того, чтобы показать, что ты, унеядствуешь по жизни, ты все-таки трудишься, у тебя есть стаж, ты часто это, например, для меня как адвоката важно, когда люди показывают трудовую книжку, что они работают и социальную пользу приносят обществу, И кроме того, конечно, трудовая книжка волнует всех, а что там будет дальше с пенсией? Как вот эти сведения будут зачисляться при начислении пенсии. Вот для чего и вот какие нормативные акты, в принципе, там, где касается трудовой книжки, нормативные акты изменены с учетом вот этой вот электронной трудовой книжки. Як відбуватиметься це нарахування автоматичної пенсії? Тобто, якщо людина не йде там до пенсійного фонду, не оформлює усі необхідні папери, як це буде тепер проходити? Заработают веб-порталы пенсионного фонда официальные. В этом веб-портале у каждого будет личный свой кабинет. И на каждого человека будет указана пенсия. Все эти сведения там будут выноситься в этом веб-портале на человека. Если каких-то сведений нет, то, конечно, пенсия не будет начислена, пока сведений нет. Почему я призываю все-таки следить за этим личным кабинетом, научиться этим пользоваться, попросить научить те, кто понимает, набраться терпения для тех, кто не понимает, и научить все-таки пользоваться интернетом и этим веб-порталом. И вот если этих сведений нет, то нужно будет общаться с тем же пенсионным фондом, что все сведения, которые нужны, все справочки, все документы были, допустим, отсканированы, направлены в через веб-портал в пенсионный фонд, и тогда все сведения будут аккумулироваться на этом веб-портале в личном кабинете человека. И человек может этим пользоваться и сам заходить и видеть, чего нет, что не так. Я думаю, что будет обратная связь тоже электронная, сейчас это везде есть. Обращение к человеку о том, что у вас там каких-то документов не хватает, пожалуйста, направьте нам. Про які ще нюанси нового закону необхідно знати? Про які нюанси? Я думаю, що основні нюанси ми такі сказали, змінення внесені і навіть в уголовно-исполнительний кодекс, змінення внесені в службу в органах місцевого самоуправління і... и в закон о государственной поддержке книгоиздательского дела,
в отношении, там есть изменения в отношении фермеров, земельных участков. Вот эти все законодательные акты, которые каждого касаются, надо посмотреть в той части, которому они интересны, потому что люди там, фермер, как ведется его фермерское хозяйство, как у него будет начислена пенсия. Вот это все этим законом, в этом законе указано, в том числе о том, что у него будет электронная трудовая книжка, как это вносится. И с точки зрения начисления пенсии тоже в этом законі указано. Введення взагалі трудових книжок працівників в електронній формі є логічним продовженням обраного державою напрямку діджиталізації. Та чи стане від цього легше як працівникам, так і роботодавцям, так і органам влади? Полегшиться от їх, скажімо так, роботу? Ну, 100%, мне кажется, лучше будет и тем, и другим. Единственное, кому придется напрячься, это тем людям, которые все-таки не любят работать с интернетом, не любят работать со своими кабинетами, которых это напрягает, которые по старой памяти привыкли ходить лично. Но я думаю, что мы меняемся, мир меняется, к этому нужно относиться к этому как данности. Государство вправе что-то улучшать. Я думаю, это все-таки с точки зрения улучшения правильно. Вот, потому что вот недавно мне рассказывал мой помощник, уволили одного юриста с предприятия. В общем-то, и непожилая женщина, относительно непожилая. Но она не хотела все-таки общаться с интернетом. Она диктовала свои документы. Она не умела сама этим разбираться. Вот буквально недавно такой случай, вот парадоксальный. То есть она не умела ни печатать, ни набирать, ни сама ничего искать. Вот так она работала. Поэтому была уволена. Поэтому еще есть у меня такая знакомая, она такая очень мудрая. Она говорит, что если мы не умеем пользоваться современными гаджетами, современными методами, способами жизни, например, там, соцсетями или там, какими-то службами, там, вайбером, там, ватсапом. У меня есть знакомые многие, которые, даже адвокаты, которые категорически не хотят заходить в вайбер. Вообще что-либо. У них вот только смски по-старому. Меня это тоже удивляет. Так вот она говорит, если вы хотите не оставаться в прошлом, а быть в настоящем, то это нужно выучить. Поэтому это серьезно облегчит жизнь. Тогда человек может контролировать и работодателя, может контролировать пенсионный фонд, он может контролировать сам свою пенсию, потому что на сегодняшний день пенсионные дела – это, по сути, тайна за семью печатями, которые находятся у работников пенсионного фонда. И часто мы даже не можем дать консультацию, потому что мы не знаем, что находится в пенсионном деле. А так у человека будет все в пенсионном деле, которое у него дома. Он открывает и смотрит, что там не так, можно что-то отрегулировать, можно что-то отправить. Ну и сам факт, что пенсия будет начисляться автоматически, ну это просто супер, не надо ходить там, собирать бумаги. Все, есть пенсионный стаж, наступил пенсионный возраст, то пенсия начисляется автоматически. Если ты не против, продолжить работу. Поэтому, мне кажется, здесь позитив некий есть. Отже, якщо відповідати на запитання, чим зумовлені такі зміни і чи дійсно вони необхідні, яка буде відповідь, чим зумовлені зміни, чому вони не так необхідні? Зміни зумовлені тим, що ми зараз в 21-му сторіччі. Зараз все у нас в електронному вигляді у світі і взагалі усюди, і в державі теж. І у кожного з нас, я бачу там журналістів, зараз всі намагаються щось писати, вже щось писати в газету чи на канал одночасно з ефіром. Тобто зміни зумовлені тим, що ми зараз живемо в 21-му році, 21-го сторіччя. Тобто час не чекає, час мине, і ми подивимося, що щось таке буде цікаве, щось таке, що ми не зупиняємося, не зупиняється держава, не зупиняються державні органи, все змінюється, вважаю, на краще. Коли ти для кого почне діяти закон? Но якщо ми бачимо, куди вносяться зміни, тобто, ну, наприклад, як я вже перерахувала, які законодавчі акти будуть змінені, тобто там це фермери, сільськогосподарські господарства, і кодекс законів про працю, то для усіх, на кого розповсюджується дія кодексу законів про працю та цих законів, про які я зараз зазначила. А саме от електронні трудові книжки, ми говоримо про те, що протягом 5 років буде все це впроваджуватися. На вас теж, Ганна.
Ну, от як то, саме, тому, якщо от... Тому що ви маєте трудову книжку, маєте? Ну, так. Як от це відбуватиметься? От якщо я маю трудову книжку, вона у мене у друкованому вигляді, як мені так зробити, щоб вона стала електронною? Вам не потрібно нічого робити, це потрібно буде робити вашому роботодавцю. На протязі цих 5 років, коли буде запроваджуватися ця система, після того, як закон буде надрукований, опублікований, після того, як ми на 3 місяці після цього, після опублікування закону, він набуде чинності. І тоді ваш роботодавець та і всі інші роботодавці повинні бути думати, що робити з електронними книжками вашими. І тобто ваша паперова книжка буде переведена в електронний варіант і направлена до цього електронного реєстру, єдиного реєстру трудових книжок, де вона буде зберігатися. Дякую вам за відповіді. Я пропоную... Так, запитання, будь ласка. Я пропоную вам підсумувати нашу прес-конференцію. Будь ласка, вам слово. Дякую за увагу, дякую, щиро дякую, що запросили. Я могла там декілька хвилин буде вам корисною. І хочу сказати, що я позитивно дивлюся на все і думаю, що все буде гаразд. А якщо ні, то ми проконсультуємо, допоможемо. І є час, і треба розуміти, що час йде вперед, і ми змінюємося на краще. Що ж, я вдячна вам за нашу прес-конференцію. Сьогодні говорили про впровадження електронних трудових книжок. Що зміниться, як тепер автоматично нараховуватимуть пенсію і для чого потрібна нам діджиталізація. Сьогодні говорила разом з нашою гостею, адвокатеса, журналістка, керівниця Дніпровського об'єднання «Адвокат» Світлана Тропчина-Агалакова. Ще раз вдячна вам за наше спілкування. Дякую вам. Ну, а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте!